У мальчика телесных повреждений нет. Это подтвердила сегодня медицинская экспертиза. Сигнал о похищении 9-летнего ребенка поступил в дежурную часть вечером в четверг. Обратилась мать мальчика. Цыганская семья проживает в частном секторе на улице Вторая Пятилетка. По словам женщины, ребенка от дома увезли на машине Камри. В нашем и соседнем регионах был введен план перехват. На поиски ребенка у правоохранителей ушло менее часа. Мной был осуществлен выезд в село Елховка, Елховского района Самарской области, поскольку автомашина, на которой был уехал данный мальчик, был задержан инспекторами ДПС в указанном районе. Как выяснилось, мальчика увез его отец из Новосибирска, который с семьей не живет. Похищать ребенка якобы никто не собирался. Сын сел в машину добровольно, без применения силы. Поехать планировали к родственникам в Сызрань. Следственный комитет по данному факту продолжает проверку.